Сегодня мы будем собирать домик Золушки. Но домик необычный. Домик Юбка. Золушка – главная героиня диснеевского мультфильма «Золушка», снятого по мотивам сказки Шарля Перо. Она стала принцессой, выйдя замуж за принца, а родилась в обычной семье. Когда ее мать умерла, ее отец женился на другой женщине, леди Тремайн, у которой было две дочери – Гризелла и Анастасия. У Золушки есть два мышонка, которые ей служат. Это Жак и Газ.